Всем привет, ребята! В данном видео мы будем говорить об автономности iPhone 15 Plus, моего нового аппарата. Я вам расскажу, каким образом именно я заряжаю данный аппарат, каким блоком питания и что шло в комплекте поставки нового iPhone 15 Plus. Итак, перед нами коробка iPhone 15 Plus черного цвета. Данный аппарат я заказывал на сайте Amazon за 1239 евро 32 цента вместе с доставкой. Да, ребята, вот такая вот цена, очень мощная. Сейчас данный аппарат чуть-чуть подешевел, он стоит где-то примерно 1219 евро. Вот, но это, в принципе, не сильно критично. И давайте посмотрим, что у нас идет в комплекте замечательного аппарата iPhone 15, вот этого вот, который используется. Открываем. Здесь была вот такая вот бумажка защитная. Дальше, как вы знаете, был у нас вот такой кабель. Кабель, кстати, мне очень понравился, потому что в сравнении со старыми кабелями, здесь уже Type-C, вот видите, Type-C на Type-C. Он плетеный и приятный на ощупь. И еще он такой стал эластичный. То есть, вот видите, вы можете его по-разному вот так вот гнуть. И он все равно остается ровный. Вот, то есть, вот этот классно. Не знаю, насколько, правда, его хватит. Как он себя поведет вообще в жизни. Будет ли он сильно стираться или изнашиваться. Ну, время покажет, в общем. И что еще у нас? Вот, пожалуйста, ненужная скрепка абсолютно в 2023 году. Она нужна для извлечения лотка для сим-карты. И так как сейчас все пользуются электронными сим-картами, это уже прошлый век, от этого нужно избавляться. И тем самым сэкономить металл. Вот, ну и логотип яблока, все. Все, больше ничего нет. Пожалуйста, вот комплект 2023. Больше 1000 евро телефон. Круто. Ну, давайте уберем в сторону это. Теперь поговорим про зарядное устройство. У меня в руках оригинальное устройство от Apple на 30 Вт со съемной вилкой. Значит, почему я приобрел именно данный зарядник на 30 Вт? Потому что он более мощный, чем на 20 Вт. И потому что в нем съемная вилка. Вот так вот она снимается. Вот. И смотрите сюда. К примеру, если вы уезжаете куда-то за границу, вы можете приобрести вот такую маленькую штучку, переходник, вставить ее сюда, и у вас появляется переходник для американской вилки. Вот, видите? То есть, это очень удобно. Продается специальный набор вот таких вот штук. По-моему, он стоит недорого, что-то около 30 евро. Значит, если вы куда-то часто путешествуете, вы просто заменяете эту вилку и все. Это мега удобно, я просто очень рад такой конструкции, мне нравится. Вот. К тому же, насколько мне известно, значит, для iPhone 15 Plus необходимо энергии как минимум 27 Вт для быстрой зарядки. Здесь у нас 30 Вт, поэтому запас у нас есть. И, в общем, я зарядным устройством этим доволен. Вот так вот вставляется оно. И другой конец, соответственно, в iPhone. Вот. Так это выглядит. И теперь давайте поговорим про автономность нового аппарата и о том, как я заряжаю технику Apple и все устройства, которые имеют аккумулятор и которые у меня дома. Значит, смотрите, ребят, я всегда стараюсь технику заряжать полностью на 100% и разряжать полностью до нуля. Вот вы видите, у меня сейчас осталось 15% заряда. Я всегда стараюсь в айфонах использовать режим экономии энергии. Вот видите, режим энергосбережения. Потому что, я не знаю, ребят, как у вас, но я не люблю часто заряжать телефоны или любую другую технику. И поэтому я стараюсь всегда выжимать по максимуму с аппарата. Также и здесь. Вот обратите внимание, смотрите. Значит, у меня здесь специальная команда есть. Если хотите, я потом могу отдельное видео заснять, или вы можете в интернете даже посмотреть, как команда называется для включения, значит,
постоянного энергосбережения. Где оно у меня здесь? Автоматизация. Вот видите, лично, когда энергосбережение включено или выключено. То есть в любом случае, когда у меня телефон, он либо заряжается, либо выключается, он сам автоматически включает режим энергосбережения. Вот смотрите, оп, видите, он сам включает. Я пытаюсь его выключить, он сам включается. То есть потому что у меня настроена автоматизация, вот, он иногда сам срабатывает, иногда бывает нужно самому. Да, вот видите, вот через раз. Это очень удобно, реально. И раньше я постоянно включал этот режим энергосбережения, потом нашел один пост в интернете и, значит, автоматизировал эту тему. И теперь смотрите, ребят, самое интересное. Значит, последний заряд был у меня до 100% в четверг в 23:06. Сейчас у нас уже воскресенье 17:23. То есть, получается, он у меня работает... Пятница, суббота, воскресенье, третий день. И я его планирую зарядить только с утра, в понедельник. То есть 3-4 дня он запросто у меня выдерживает. Я не знаю, как это происходит, я сам удивляюсь. Вот. Причем, смотрите, я пользуюсь достаточно так активно телефоном. Вот смотрите, у меня 52% звонков. 15% в Ютубе, я в Ютубе очень редко смотрю видео, но все равно бывает иногда. Вот, и Facebook вот у меня. Также Сигнал, Safari, и уже все здесь у нас не потребляет энергию. Давайте посмотрим, так, где здесь, по-моему, вот, да, активность. Вот, смотрите, за вот это время, то, что я использовал телефон после последней зарядки, я говорил час 29 минут по телефону. Потом 24 минуты видео в Ютубе. Я не знаю, ребята, точность этих данных, вот, но поверьте, я пользуюсь этим телефоном, вот пишется 3,5 часа, значит, включен экран, довольно активно, и, значит, мне заряда хватает, ну, на 3 дня 100%. То есть, ну, вообще, без проблем. Иногда даже на 4 бывает хватает дня. Вот, но сейчас вот в зависимости от того, сколько звонков я провожу в день. Вот, то есть очень хорошая автономность, я прям радуюсь, мне нравится такая автономность. Естественно, эта автономность не дотягивает до моего любимого аппарата Nokia E72. Если вы еще застали те времена, помните, такой классный аппарат был. Вот он держал у меня неделю, где-то даже две бывало. Вот, это была мощь, конечно. Но, к сожалению, вот мое мнение такое, что компания Apple и вообще другие производители всех устройств, у которых есть аккумуляторы, они специально их делают такими слабыми для того, чтобы мы покупали с вами вот отдельно зарядные устройства вот эти. Вот. Не зря их убрали из комплекта. Еще по поводу камеры. Я покупал новый iPhone 13 Pro Max. Я его заказывал тоже на Амазоне. И получается, в нем была проблема с камерой, то что у него не фокусировалось, значит, автофокус плохой был. Ну, то есть у него автофокус не фокусировался на мелких объектах. Сейчас давайте мы попробуем сфотографировать что-нибудь. Вот текст, допустим, этот вот. И рассмотреть подробно. Вот просто я беру, делаю фотографию. Так, смотрим. Так, где он у нас тут? Вот. Здесь все прекрасно работает. Все фокусируется. Абсолютно никаких проблем нет с текстом. Прям видно даже вот, вот эти вот, как бы такие отпечатки на бумаге. Вот. Такие неровности. И я считаю, что камера здесь вполне справляется со своей задачей. Проблем никаких нет. Давайте еще раз какой-нибудь снимок сейчас сделаем. Так, какой еще тут можно... Все то же самое. Давайте на другом языке. Так, сейчас. Освещения у меня, я думаю, достаточно здесь. Так, проверяем. Смотрим. Ну, здесь как-то немножко расплывчато получилось, конечно. А, нет, все, вот-вот-вот. Он просто доработал ее. И да, кстати, ребят, заметил такую вещь, что когда вы, к примеру, фотографируете на новый iPhone,
Он сначала показывает вам мутную фотографию, а потом как-то дорабатывает изображение, и уже потом все качественно становится. Ну, в принципе, нормально, вот без проблем. Вот все читать можно, все хорошо. Естественно, если сильно прям увеличить, то видно это замыливание такое небольшое. Вот, а так, в принципе, все хорошо. Я доволен результатом. Вот. И буквально пару слов хочу сказать об удобстве использования iPhone 15 Plus. Мне, ребята, очень нравится данная модель, потому что здесь мега удобный вот этот вот островок сделали. Он удобен тем, что когда вы, допустим, с кем-то разговариваете, вы можете его свернуть в этот островок вот так вот просто смахиванием вверх. И получается у вас информация прямо вот в этом островке, и вы видите такую даже диаграмму, когда вы говорите, когда вот она похожа, когда вы записываете на микрофон что-то, и вот эта диаграмма, она прям, ну, такая графическая, показывается в этом островке, очень удобно. Например, если нужно быстро нажать на собеседника, нажимаете сюда, раз, все это выскакивает, и, ну, классно просто, реально. Потом фонарик здесь тоже вот загорается. Вот видите, показывается, что фонарик можно. Так, да, вот он. Фонарик включен, фонарик. Так, эй, фонарик, включайся. Да, вот, можно выключить его таким образом. Вот, ну я обычно выключаю фонарик вот так вот. Вот он отключен, я в бок вот так делаю просто и все. И он отключается. Вот. Потом, что здесь еще удобно? Удобный экран, конечно. Классно читать информацию. Я прям очень доволен, если вы едете где-то в общественном транспорте, например, в метро или там в поезде, в электричке, прям одно удовольствие открыть какие-то новости, почитать, с кем-то попереписываться, ну, просто реально обалденно, ну, претензий к этому нет абсолютно. Вот, iOS здесь, как вы знаете все, самое последнее, вот. Работает все так же, как и на других аппаратах, в принципе, тут об этом говорить нечего. И самое главное, если вы, допустим, собираетесь покупать данный аппарат, например, как он держится в руке. Ну, например, в моей руке он держится прекрасно, благодаря вот этим закругленным граням, которые здесь есть. Вот, давайте я, кстати, сейчас его прям сниму так. Посмотрим, а то что-то я в чехле его показываю. Так, сейчас вытащу его. Так, вот он у меня немножко загрязнился здесь уже. Потому что я же ношу его. Вот. Вот, ребят, смотрите. Ну, цвет просто шедевр. Ну, реально. Очень хороший цвет. Матовый. Отпечатков практически не остается. Что самое интересное, на черном свете. Обычно я черных цветов избегал всегда, потому что там были отпечатки. А здесь я прям его полюбил. Ну, реально полюбил. Вот, ну, классный аппарат. Все так... выточено, отшлифовано, ну просто, ну сказка, ну, реально очень классный. В этот раз он мне прям понравился, и про модели я не хочу покупать, потому что там нет цветов таких вот, как здесь. Вот, надо будет почистить сегодня его весь. Вот, ребят, и даже без чехла или с чехлом он очень удобно держится в руке. Благодаря своему легкому весу, кстати, он не ощущается в кармане вообще. То есть, я не знаю, у меня такое ощущение бывает даже, что я забываю, взял ли я телефон или нет. Потом похлопываю по правому карману и убеждаюсь, что он у меня с собой. Вот, то есть, ну, классно, классно. Ну, очень нравится. Вот реально. Никуда его не собираюсь отдавать, буду и пользоваться пока. Вообще очень доволен. Если вы будете брать iPhone, обязательно берите черного цвета. Не пожалеете. Так что, ребят, пишите комментарии, насколько хватает вам от 100% до полного разряда. На сколько дней или на сколько часов. Вот. Как вы видели, я реально показал вам пример, что да, действительно, iPhone 15 Plus может продержаться до 3 суток. Вполне спокойно, при умеренном использовании, так как я и пользуюсь им, и проблем с этим не возникает. И, как вы видели уже, кстати, сейчас еще могу показать здесь аккумулятор, зарядка, и вот здесь оптимизированная зарядка. Вот, видите, здесь можно выставить
оптимизированная зарядка, лимит до 80% или нет, просто как бы отключает оптимизированную зарядку. Вот. Но я этого делать не буду, потому что у меня она всегда включена. Я доверяю компании Apple, и они, скорее всего, знают прекрасно, как оптимизировать заряд для того, чтобы продлить срок службы батареи. Вот. Но лимит заряда на 80%, я считаю, это абсолютно ненужная функция, потому что когда у меня до 80% телефон заряжается и дальше не заряжается, я как-то немножко начинаю переживать, и мне нужно, чтобы обязательно до 100% зарядился. Поэтому я оставляю всегда оптимизированная зарядка и заряжаю телефон с нуля до сотни и также его разряжаю до нуля. Все, ребят, спасибо за внимание. Пишите ваши комментарии. Возможно, что-то я упустил. Хотите что-то спросить? В следующем видео постараюсь разобрать тему. С вами был Александр. Всем пока.